ты что скажешь? Ну, родина, это там местность, а где я родился? Родился. Ну, а как по-своему? Родина? Это наше советское правительство. Ну, это, если взять Москву, мы ее сейчас вот отстаиваем. Я там не был, я ее не видел, но это родина. Значит, родины ты не видел. Так что же такое родина? Разъясните, родочка. Хорошо, разъясняй. Вот ты. Ты жить хочешь? Хочу. А ты? Хочу, товарищ. А ты жить хочу, товарищ. Все жить хотят. Хорошо. Кто жить не хочет? Руки поднимите. Вот ты. Ты женат? Да, товарищ. Жену любишь? Ну как бы сказать? Говори. Любишь? Если бы не любил, то не женился. Верно. Дети есть? Есть. Сын и дочь. Дом есть? Разрешите? Ну, говори. Не знаю, это случайно?
Я побежал в лес, споткнулся, и ружье само стрельнуло мне прямо в руку. Вранье! Вы трус! Изменник! Родина таких уничтожает! Лейтенант Трофимов! Вызовите ко мне красавца Гринцеблоку! Пусть я это немедленно! Лейтенант Трофимов, вы свободны. Знаешь, зачем я тебя вызвал? Нет, товарищ Машан! Так ты посмотри на это! Узнаешь? Эх ты! Морда какая-то поганая стала! Фу! Расстреляйте оба! Ваше отделение, Маха! Исполним, товарищ Маха! Thank you.
чай, что не зеленый чай. Я привык пить зеленый чай, когда служил в Средней Азии. Ну как, Боже, страшно? На войне всем страшно, но мы так не прорвемся. Разрешите войти, товарищ мой? Надеюсь. Разрешите посмотреть концерт, один бригад приехал. Так сказать, как поднятие боевого духа солдат. Разрешаю. Ызғарлы бір жел еседі, табиғаттан